Привет! Сегодня будет немножко более экстремальное видео. Вот наш коптер, который упал, пострадал. Но с ним все очень нормально. И с камерой тоже все в порядке. Я уже прикрепил камеру к коптеру, уже более нормальной, на винтики, еще дополнительно скотчем на всякий случай примотал. Но это тоже как бы временный вариант, потом мы сделаем более красиво. Значит, для этого нашего сегодняшнего видео закрепил вот две ниточки, вот такой сделал шлейф, можно сказать. Еще, вот отрезал пластиковую бутылочку. Я закрепил катушку ниток, посадил на термоклей. Она держится и ниточка сматывается. Эта ниточка будет прикреплена к коптеру. Эту бутылочку мы еще примотаем вот к такой палочке. Вот что у нас получилось. Вот такая штучка. Ну вот мы и идем на полигон для наших испытаний. Со мной мой оператор. Ну, шучу, конечно. Это мой брат Виктор. Крутой программист. Через некоторое время, возможно, у него будет свой канал. Так что, может, посмотрите потом. Да, конечно. Ну, я надеюсь на это. Пришло время испытаний. Вот наш коптер и вот наша штучка. Значит, мы ее сейчас запнем в землю. Вот это все привязано у нас к коптеру. И вот что нам для этого надо. У нас есть керосинчик. Включим камеру для начала на запись. Ну, и чего оно? Батарея разряжена? Я ее заряжал, блядь, целую ночь. Приехали, называется. Это просто пипец, как оказалось. Я аккумулятор поставил на ночь на зарядку, а у меня зарядное от USB компьютера. А он заснул. Все, он разряженный. Сниматься сверху не будет. Значит, снимем сейчас только снизу. Наливай. Вот мы и налили. Включаем и посмотрим, будет пробное что-то. Ну, без видео сверху. Очень жаль, конечно. Возможно, ничего и не получится. Ну, посмотрим. Можем потом и переснять со временем. Вот, давай. Не пульт. Значит, включаем и пульт. А какого? Мало того, что она не включилась, она что-то и отвалилась. Нормально должен сматываться. Остал. Если в бок, то натягивается. Надо вверх поднимать над этим. Не тянется в бок. В бок не тянется. А, борода, блин. Видишь? То, что я тебе говорил. Я уже весь полностью тут. Уже